Да, все отлично, в общем, все работает. Как рука, ну, в плане гитары, говорю, уже практически не мешает, даже получается какие-то эти там... Уже тэппинговые штуки делать, но в быту еще, конечно, ограничения хватает. А так, да, и Spectre Patronus. То есть, видите, вот как бы новая именная модель. Как обычно, императорчик и, соответственно, сзади логотип. Потом сниму более подробный обзор. В общем, весло реально хорошо. То есть, и, ну, внешка, видите, мой любимый тип внешки. Еще с мультимензурными элементами, естественно, императоры. И как бы весь минимализм, то есть все, в общем, все как надо.